Дорогие друзья, сегодня во всей стране, во всех наших регионах замечательный праздник. Всероссийский студенческий выпускной. И, конечно, прежде всего от всей души хочу поздравить вас, молодых профессионалов, буквально только что защитивших дипломы, с успешным завершением обучения в вузах, институтах, университетах. Студенческая пора яркая, незабываемое остается позади. Начинается совершенно новый этап, где многое, практически все, будет зависеть от вас самих, где вы сами будете ставить перед собой задачи, определять планку своих будущих достижений и, уверен, сумеете добиться очень многого. В этом году, в год науки и технологий, студенческий выпускной проходит под девизом «С наукой в сердце». В современном мире действительно очень важно постоянно искать и получать новые знания, навыки, всегда быть в курсе самых передовых решений в своей профессиональной сфере, уметь их внедрять, применять. Причем это относится практически ко всем специальностям. Не сомневаюсь, вы целеустремленные, всерьез настроенные на успех молодые люди к такому вызову постоянного обучения абсолютно готовы. Ценность знаний, саморазвития для вас, для вашего поколения, безусловно. Поэтому будем и дальше развивать системы, платформы, способные помочь вам в профессиональном росте, оказывать поддержку вашим идеям.